Сотрудники администрации Ленинского городского округа выехали в рейд по выявлению точек незаконной торговли в поселке Развилка. Выездная комиссия проинспектировала улицы поселения и ближайшие населенные пункты. Ситуация с незаконной торговлей в Развилке оказалась лучше, чем предполагалось. Единственный бахчевой развал, где продавец так и не смог предоставить документы, был обнаружен на выезде из поселения в районе совхозных полей. Представители административной комиссии зафиксировали факт нарушения, чтобы в дальнейшем подключить компетентные органы к решению ситуации. Точка расположена на земле, которая находится в частной собственности. Соответственно, должен был быть предъявлен договор на размещение данного объекта. Однако договор до настоящего времени нам не представлен. Продавец должен иметь медицинскую книжку, трудовой договор для того, чтобы идентифицировать, на кого он работает, то есть понять, что за субъект торговли осуществляет здесь свою деятельность. На данный момент вообще полное непонимание, что здесь творится, поэтому, соответственно, как вы видите, мы эту точку закрываем в рекомендательном порядке. После предоставления необходимых документов проверку законности торговли продолжил сотрудники полиции, Госадмтехнадзора и Роспотребнадзора. Помимо этого, данную точку представители администрации рекомендовали закрыть, так как продажа бахчевых в регионе разрешена только с 1 августа. Для того, чтобы начать работать с 1 августа, должны быть еще кипы документов, схема размещения для начала. Хорошо. Давай на сегодня закрывай точку. Хорошо? Все, собирайся. Хорошо, все. И домой. Такие мониторинговые рейды сотрудники отдела потребительского рынка администрации Ленинского городского округа проводят ежедневно, делятся на группы и охватывают всю территорию муниципалитета.